Всем привет! Я быстренько к вам с новым заказиком по Берлик. Давайте же приступать. Первое, что я вам покажу, это каталог номер 14. Сейчас я вам рассказываю о заказе из каталога 13. Интересно, я уже листала в электронном варианте. Далее я покажу бытовую химию по хорошей цене. Средства для мытья посуды, я их обожаю, подходит для мытья детской посуды. Взяла конкретно у меня из грейпфрутом, пахнет обалденно, действительно цитрусовым. Как говорила, подходит для мытья детской посуды. И я уже давно не беру Фейри Гала, потому что в многих программах нам рассказывали, что они не вымываются с посуды. Их нужно очень тщательно промывать, у меня не всегда есть время. Поэтому я беру вот это, действительно хорошо вымывает жир. И я надеюсь, как нам Фаберлик обещает, что они не вредят нашему здоровью. Грейпфрут — это недавняя новинка, мне понравился безумно аромат. Далее новинка для меня по хорошей цене. Вот такие салфетки для ухода за интерьером автомобиля. Пока еще не брала, но такая довольно увесистая упаковка. Я думаю, сейчас как раз после видео пойду и попробую в нашей машине, как они вообще работают. Вам покажу. Но цена хорошая, поэтому решила рискнуть попробовать. Приблизительно всегда одна цена, редко когда по другой. Всегда беру универсальный стиральный порошок, концентрированный, супер стирает, все отстирывает. Единственное, что девочки мне писали, что при 30 градусов не растворяется, но я меньше, чем на 40 не стираю. При 40 все отстирывает, на 60-90 вообще все пятна у меня отлично, ну, если какие-то такие, что прям вообще ничто не возьмет, то отлично уходит. Тоже мне нравится тем, что полностью выполаскивается с белья, и он именно биоразлагаем, не вызывает аллергии, это тоже правда, мне идеально подходит для ребенка. Я пользовалась с рождения моей дочки, и сейчас ей уже скоро год и 5 месяцев, и пользуется исключительно этим порошком. Как взрослая, так и она. Мне ее этот порошок даже рекомендовал педиатр. Моя любимая серия Витамания, не смогла пройти мимо. Мой любимый аромат карамбула и маракуйя, кремовое мыло для рук, такое классное в виде таблетки. Запах просто обалденный. Далее была распродажа пробников для дома. Тоже не смогла пройти мимо. Взяла средство для духовок и плит. Просто суперское, но нужно пользоваться в перчатках, потому что очень агрессивные. Для туалета тоже неплохое. И взяла для ванной комнаты. Я, в принципе, всеми тремя пользуюсь в полных баночках. Очень хорошие. Давно не заказывала, нужно будет повторить. Далее новинка для меня, но очень хорошие отзывы, у нас сухой шампунь. У меня как раз закончился, тоже была неплохая цена. Опять-таки где-то в блоге 125 мл мы с вами попробуем. Такая маленькая баночка, батист огромная, 125 мл. Ну, хотя нет, батист вот 200 мл огромная, а 100 тоже такая небольшая. Извиняюсь. И у меня был купон на скидку 50% на аромат. Но хотела себе аромат Каори. Взяла такую маленькую упаковку, потому что с купоном 50%, обратите внимание, девочки, цены невыгодные. К примеру, я еще смотрела, у меня был еще один купон, хотела мужу взять Венто де Вентура. И он по скидке маленькая упаковка, там идет на втором шаге, выгоднее получается, нежели с купоном 50%. Вот эти купоны Фаберлик делает не совсем честно. Так, сейчас вспомню. О, да, это то, что я хотела. Безумно приятный аромат, мне нравится. У меня, в принципе, есть скидка еще на 70% на следующий каталог. Как раз, возможно, возьму вот этот аромат, возможно, другой. Очень мне нравится, свежий, приятный, на осень будет просто супер. Вот такой небольшой был заказ у меня в Фаберлик. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Уже в ближайших блогах будем тестировать сухой шампунь и салфетки для автомобиля. Все, всем пока-пока!